Йоу, ребята, всем привет, с вами Ганс и Мафия 3. Так, в прошлой серии мы с вами разобрались с одним судьей, отжали сутенерский бизнес. Сейчас будем выдвигаться дальше, смотреть, что здесь будет дальше. А пока поставь свой самый мафиозный и сочный лайк. Как всегда, тебе сделать сексуальный. Так, открываем карту, смотрим, что там, куда нам гнать надо. Так, давайте выполним сначала вот это. По мере поступления, а потом поедем на вот это задание. Так, ну да. В общем, просмотрел я, как вышло качество записи звука моего голоса. Мне этот микрофон больше нравится. А соответственно, ты напиши, как тебе, какой микрофон нравится больше, этот или предыдущий. Но я думаю, ты больше склоняешься к выбору такому же, какой сделал я. Так, окей. Почти рядом. Так. Примерно, как я понимаю, по пирамиде построения организации Маркана, игра подходит к концу. Поэтому, я думаю, еще осталось буквально 2-3 серии и все. Кого-то музончик играет. Рок. Опа, да ладно. Зарядочка. Красавчик. Tired of getting sand kicked in your face. Gotta do the calisthenics 3 times a week. Keep my heart rate up. You got blood on your shirt. Чихнул неудачно. Cut myself shaving. There's something that you need to hear. Alvarez surfaced. Intercepted this call a little while ago. I don't understand a word of that. You mind translating? Basically, you scared the shit out of Alvarez. He's ready to hightail it back to Cuba. Wants his dear Uncle Zuraga to come rescue him. And what did Zuraga say? He told him to meet him at the lighthouse on the southern edge of the bayou. He'd send a boat to pick him up. Zuraga was a police officer back in Havana when Batista was still running the country. He also provided security for Sal's casinos. The two of them go way back. As soon as Zuraga hung up the phone, he called Sal and told him where he could find his nephew. Which means I need to get down there before Marcano's men. Sal's not gonna fuck around when it comes to Alvarez, so make sure your shit's squared away. Ну вот и отлично. Все схвачено. Такс. Тихо. Моя дорога. Нормально. До маяка-то гнать не близко. Ну-ка, стоп. Это офигеть. Это проезжать мимо этого задания. Ехать сюда. Это ж пипец какой-то. Ну ладно. Покатаемся. Интересно, получится мне доехать туда, оттуда ни разу не врезавшись? Что-то я сомневаюсь. Ладно. Попробуем выполнить этот челлендж. Я не буду ехать аккуратно. Так задание это будет выполнять гораздо интересней. Такс. Тихо, моя дорога. Так. Сейчас прям, секундочку, ребят. Все, я с вами, ребят. Едем дальше. Вот это и первое задание, которое мы пропускаем мимо. Кстати, вот по такой дороге машина едет более гладко. В плане того, что ее не заносит. Она придерживается дороги. Как будто сцепление лучше, в разы причем. А тут вот сразу ее несет на асфальте.
Но я думаю, ты уже сам это видишь. А! Вот и врезались. Хорошее сцепление на земле, да. Так, окей. О, а тут кусты. Не проехать так. Я бы завернул, но машина подпрыгнула в воздух на трамплине. Вот, вот так. И я не смог завернуть. Ну, мы почти на месте. Я, кстати, если не ошибаюсь, я здесь ни разу не был. Да заверни ты. Ух. Красивый спецэффект по перемотке времени. Хотя мы почти, в принципе, в этом же времени и оказались. Так, здесь у нас враги. Да, враги. Поэтому пойдем потише. Больше стелса. Ага. Отдыхай. Хорош жопу чесать. Иди сюда. Давай порежь. Шляпочник. Надеюсь, тот меня второй не заметит. Блин, как это у них траектория походки странная. Чуть-чуть. Нет, гляди-к, не заметил. Это хорошо. И вот так. Здесь пока все тихо, да? Опа, промазал, ты прикинь. А теперь попал. Даже как-то странно, почему я промазал. Куда вылезешь, сюда или туда? Скорее всего, сюда, да? Пока, неудачно. Да тут вроде больше никого не осталось. А, не, смотри-ка. Выстрел в яйца тоже с первого раза, походу, дело убивает. Блин, стой, 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 нет. Возьми мой пистолет обратно. Вот так вот. Да это я. Hold your fire. I'm here to help you. Come mierda. Vence todo para pinga. You understand English? See? I killed the men outside. I only want to talk to you, so I'm gonna put my gun down, all right? If you try and fuck me, I kill you. Давай уже. Fair enough. У меня пистолет другой, с глушителем. You're the one who wants to kill me. I wasn't trying to kill you, I was trying to find you. Your uncle, he sold you out. He ain't coming to get you. You're lying. I just spoke to him, he said he was sending a boat. You think it's a coincidence that as soon as you got here, those grease balls showed up? Zaraga called Marcano, told him where to find you. I must find a phone. Jesus, man, there's no one for you to call. Marcano is never gonna let you out of this city. He's gonna use you, and when he gets what he wants, he's gonna kill you. The only shot of getting out of this alive is me. What do you want from me? Ничего. Tell me where Marcano's counterfeit operation is set up and we're square. Everything is, in a boxing ring that Tony Marcano owns, but it's already up and running. Yeah, that's all I need to know. Come on. Пошли, пошли, не ссы. Очкарик. It's time we got the hell out of here. Ботаник. Нифига себе, он прям на курке его опустил. Where are you taking me?
I know someone who can get you out of the city. Make sure Marcano doesn't find you. Он бы уже выстрелил бы. О, подкрепление. If you want to live through this, stick close to me. You understand? Какая песенка ты заиграл из трейлера? И по-любому она сейчас в заставке у вас будет играть. А сейчас, как геймплей начался, сразу звук прекратился, музыки этой. По-любому. А чё они так все далеко-то? Ребят. Я ж отсюда не попаду по вам. Ага. Пока. А, ты живой, нифига себе. Как так-то? Я прям попал по нему. Да. Да, хороший тир. Идем дальше. Так, ну-ка. А, промазал. А, они окружают. Тихо. Окружать нельзя. Это нечестно. Вас слишком много. Да ты стрелять ты будешь, нет? Ага. Словил пульку. Какой ты меткий, а? Да ё-моё! Какой ты живучий. Улетел отсюда. Моя область. Да, вовремя. Почему-то этот пистолет больше двух или трех выстрелов подряд быстро делать не может. Я не знаю, в чем его проблема. И что ему мешает? Ты в кого там стреляешь? Там никого нет. Нету тут никого. Нашел где спрятаться. Да. Хорош. Сакер. Ух. Это кто такой меткий? Офигеть, его там даже не видно. Ты еще живой? Иди за мной, если хочешь жить. О, надо же, он его убил. Все, садись в тачку, погнали отсюда. Хлопец, давай речи. Ну? Давай. Три года не прошло, как до машины добрались. Это погоди-ка, а почему-то мы едем другой дорогой? Или нам в другой район? Тогда ладно. Я молчу. Нам в другой район. Пошел отсюда. Давай стрелять, Керек. Надеюсь, это у них колесо спустило, а не у нас. Падла, это наше колесо. Так мы далеко не уедем. Ну, ты чё вылез, дурак, что ли? Залез обратно, дурень, блин. Зачем ты вылезаешь, ты дурак? Что за бред? Я помню, когда мы ехали тогда с этим. С Вита, он тоже зачем-то вылез. Нахрена ты вылезаешь? Да стреляй ты уже в него. Все, полезли. Нет там никого. Стоп, не, давай сделаем по-другому. Раз нам колеса уже продырявили, сделаем вот так. Да она так что была открыта. Зачем ее взламываешь, дурак что ли?
Да, и отлично, уже и здесь колеса продырявили. О, да. Меткие они, козлы. Ну, кстати, у нее ход поровнее, чем у нашей тачки. Даже с дырявым колесом. Вот зачем ты опять тормозишь? Чё вот за бред? Отходи оттуда, она сейчас рванет, дурак. Стоп. Давай вот эту тачку берем. Только резче давай, а то сейчас еще кто-то приедет. Садись, дурак. Ну, тачка, конечно, да, на ура. Еле-еле разгоняется. Машина для черепах. Так, ну-ка меняем радио. Ой. Да, ехать нам хорошей дорогой. Какое увлекательное путешествие. 2000 метров. Немного срежем. Разгонись, пожалуйста. Она даже вон протаранить не может. Она почти не разгоняется на таран. Так. Дистанция, конечно, сближается максимально быстро. Она вообще неповоротливая. Давай, жопу закинь свою. Во, молодец. Гони, 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 гони. Жопу забрось. Во, молодец. Да просто на самом деле к машине нужно переноровиться. А то ты привык к более к мощной. Понятное дело, у нее задницу проще закинуть. И занести ее. А вот эту фиг занесешь. Но скользит она тоже немало. New Bordeaux. Если что, это по радио говорится. Почти на месте. Давай, 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 давай. Гони, девочка. Осталось прям чуть-чуть. Нормально отнесло капот. Давай, 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 заворачивай. А, это мы едем к этому. К святому отцу. Так, а дальше куда? Такой он ботаник, а? Lincoln, what's going on? I need your help getting this man out of the city. He's in a lot of trouble with Salman Khan. I don't. Это la person. This who you told me about? Yeah, he's the one. Listen, Father, I'm really counting on you here. I got nowhere else I can take him. Shit, I'm. All right. I know a Jesuit in New Mexico. He helps people in situations like... What needs to happen right now? Marcano's gonna tear the city apart looking for him. All right, I'll make the call. Pasa, por favor. Por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Gracias. Рация. I appreciate this. Ну, отец, Джеймс, тут еще молодой такой. На заставках-то он уже весь седой, бородатенький, старенький. Так, ну что, задание сделали? Сделали. Погнали на следующую точку, только сменим наконец-то машину на нормальную. Так, как раз дали ачивку с этой Нью-Мексико.
Just getting her warmed up. Оба, тут еще одно задание появилось. Томми Маркана убить. И здесь что у нас? Лу Маркана. Поехали сюда, это ближе. Где моя машиночка? Здравствуй, моя девочка. Она меня еще и сбивает, а? Ты кто водить учил, дурень? Вот тут эта машинка хорошая, которая сейчас подъехала желтая. Ну, на этой машинке мы побыстрее, конечно, доедем. Так что особых проблем не составит. Давай, 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 несись. Тихо. Гони, 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 малышка. Ну да, это хотя бы не на другой конец карты гнать. Опа. Вот им повезло, а? То, что был стоп, иначе я бы сейчас их двоих сбил. Жопой машины. Вот честно, удовольствие от вождения здесь машин не получаешь. Color was wrong, printing was cockeyed, you name it. He needed someone who knew what the fuck they were doing. So he used his connections and found a man named Alvarez. And this Alvarez was also counterfeiting money for Castro. Most of our enemies counterfeit American money. Hell, some of our allies do too. Sorry, he's gone. What do you mean he's gone? All you had to do is drive down to the goddamn lighthouse and pick him up. It's not my fault Alvarez is running all over the goddamn place. I wanted to lock his ass up, but you wouldn't hear of it. The last thing we need is Zaraga finding out that we treated his nephew like dog shit. You understand? Then Lincoln Clay comes in shooting the shit out of it. Lincoln Clay. Lincoln Clay. I'm so sick and fucking tired of hearing about this cocksucker. He's just one man. A fucking nigga. We're skating a thin line here, Tommy. You understand? This thing falls apart. We fucked all of us. So, what the fuck would you do? What the fuck would I do? Listen, this ain't rocket science. That fucking nigga got to Alvarez, it means he knows about the place. He's gonna come after him, you understand? Get your ass down to that motherfucking gym and protect them. Yeah, sure. I'm on it. This shit ends right here, right now. No more fuck-ups. Без ошибок. Fuck me. According to these reports, Tommy Marcano had the money press in a boxing gym he operated. Tommy knew Lincoln was coming for the plates, but he felt he had to keep up appearances. The second he started canceling fights and shutting the place down was the second people started thinking he was out of his league. He wasn't about to allow that to happen. How did Lincoln Clay gain access to the gym? Спокойненько. He had me track down a man named Alcee Bennett. Alcee is a small-time hustler that worked for Sammy until he double-crossed him and was kicked out of the Hollow. After that, recruiting fighters. If he vouched for Lincoln at the door, Lincoln. Значит, будем участвовать в боях? I'll stop by and say hello. See how he's getting along. Have fun. Ну давай смотреть, что там. Блин, а чё так далеко-то опять? Причем это очень далеко. Другой остров, если я не ошибаюсь, да? Ну да. Откуда приехали, туда и едем, короче. Так вот это, блин, бред. Нахрена надо было здесь с ним встречаться, если ехать снова туда? Встретились бы рядом с этим местом, и все, я погнал бы дальше по миссии. Нет. Надо покататься. Немножко вымораживает просто. Я уже об этом в прошлой серии говорил, если я не ошибаюсь.
Ну вот, уже рядом. Бэйбэ. Бэйбэ. Песенка играет. А то скажут, что я сам с собой здесь разговариваю. Хотя почти так и есть. Так. Давай вот так припаркуемся. Чуть-чуть назад. Во, и пошли. Кто здесь орёт? Привет, нигер. Приятного аппетита, мужик. Well, fuck me running. If it ain't Lincoln Clay. Surprised to see me, Alcee? I heard about Sammy and Ellis. Tough break. I guess you made it out okay. Speak of them once more, and I'll slice you from ear to asshole. Let's go. We're taking a drive. Someone I don't have to choose. What do you think? Lead the way. No. Садись в мою машинку. Иди сюда. А теперь куда ехать? Сука! Только что оттуда приехали. Но вот сейчас это вот очевидно. Мы были вот тут, вот. Вот здесь мы были. Вот на этом повороте. Ехали мы отсюда сюда. Потом мы обратно приехали вот сюда. И едем теперь вот сюда. Что, мать вашу, за бред? You know I've stayed away. I ain't stepped foot in the hollow since November of 62. Almost 6 years. I know. Can you at least tell me where we're going? The Acadia. It's where Tommy Marcano holds his jungle fights, right? It is. And you've been recruiting black fighters for him. I have. Good. Because I want in. What? Why? I wanted you to know I'd have told you. If I'm sticking my ass out like that, I need to know why. Motherfucker, you lucky to be alive after what you did to Sammy. You really think he wouldn't notice you stealing all that money? Look, I paid for that 100 times over. 6 years banished from the only place I ever call home. Christ, I couldn't even go see my mama on her deathbed. You made your choice. And now it's time to make another one. And I do this. You get a clean slate. Come and go through the hollow as you please. Fuck. Okay. I hear if you win out, Tommy meets you in person. That true? He likes to size up the winners. See if there's someone he wants to bring on regular. Or if they're just a one-time deal. Where's this happening? Usually up there in his office. One of his guys will meet you in the locker room after the fight. Если что, я просто читаю субтитры. И на дорогу я смотрел боковым зрением. Поэтому я сейчас ехал так медленно. Так, окей. Уже даже доехали. Fighters don't take the front entrance. А, мы тут были уже. Мы вот здесь как раз заходили в эту дверь, и сверху у нас был напарник на крыше, как раз боксер. И оттуда я как раз увидел то, что здесь какие-то бои по боксу проводятся. Давай смотреть, что есть дальше. Вход, небось, с той стороны. Зря я машину здесь оставил, могли туда тут доехать. Ну да ладно. Заходим. Салютик, мужики. Я свой. Это что сейчас было? Локация прогрузилась, офигеть. Ну ладно. У меня просто там пушки. Watch where you put your hands, motherfucker. Save it for the ring, dipshit. Чистый? Да ладно, наш ствол был. Go ahead. Офигеть, их здесь народу. Locker room's down here on the east. We're both gonna need new shoes after this shit. Hang back, boys. В смысле? Че еще вам надо? Motherfucker needs a doctor. Just dump him in an alley. Let nature take him. Переулок. Молодцы. Хорошая забота, да? Об участниках. Так, все официально, спокойненько. Что у тебя с собой, Элси? Новый парень. Новый парень выглядит
Сейчас будем в боксерских шортах и в перчатках. Хотя маловероятно. Ну почти. Интересно, геймплей поменяется для этой миссии, если на кулаках драться? Было бы прикольно, если бы делали бы более детализированный, там, уворот, например, удар. Ну, начинаем. Тесак Джонсон. Где спуск? Такой бред, а? Выбей ему зубы. Ща... Это чё за хиляк такой? Вы чё? Он на алкаша похож. Иди сюда, щенок. Оба, нормально. Опа. В ответочку. Ща прям как Коннор тебе. Пропишу и готово. Лежать. Легко. О, толстопузый. Бобби Леду. Бочка. Сейчас мы ему соски-то оттянем. Попробуем. Отходим сразу в центр. В смысле? Обратно. Сейчас мы его в угол зажмем. Да в смысле? Я ж нажал. Он всех так будет прикольно... Ну, заканчивать, я не знаю, с лба, в нос. Еще один толстяк, только сафра на голове. Гробовщик вон. Ну ладно, не, он по накачанной, не спорю. You know why they call him grave digger? Cause he buries motherfuckers? Well, yeah. So how do I beat him? You hit him really, really hard. Ща уложим на лопаточке. Но попал. Ты серьезно? Тихо, тихо, тихо. Да, я вылезу из угла. Мечтай. Лежать. Пальма. Изи. Я и забыл то, что да, можно нажать на квадрат, чтобы с публикой поиграть. Точнее, не то, что забыл, да мне допёрло то, что это нужно в этот момент было делать. Ну давай. Надеюсь, ты мне не предашь? Гнида черножопая. My respect, that's for fucking sure. You must think I'm some kind of goddamn moron coming in here like you did. I've never been one to shy away from a calculated risk.
Maybe you should have. Со спины. Крыса. А вот та самая машина. Makes the gasoline thick, sticky. We're just gonna let it soak in a little bit. Work his way into every nook and cranny. That way, when I light it, that shit's gonna burn like napalm. Сейчас мы подожжем твою жопу. And you. You are gonna hurt like no one's hurt before. Fuck you. Guess you ready to die. You still be conscious as the flames creep up your legs. But as they burn... Болтай, болтай, болтай. Сейчас ты получишь. Before you die, you gonna feel your peck. Давай, 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 стирай речи. А увернуться можно? Один. А, вот это хорошо. Ну что, гнида, ты где? Готовенький. Вообще, по сути, от любой искры я бы сейчас уже бы... сгорел бы. Тебе хана. Хочешь в бензине поплавать? So that's that then. Sure looks that way. Ответочка. Wanted me to go to law school. Work for some big company. Maybe run for office. Do something decent with your goddamn life, you understand? You should listen to him. It's in the blood, you know. Yeah. Прям как будто он в сане какой-то. You are who you are. No point arguing with yourself about it. Fuck you. Гори, детка, гори. Кидай. Какой смелый, смотри, а? Огонь подошел близко, ему пофигу. Главное, самому не загореться. Как вам ваши ножки? Отдыхай. Да блин, что ж ты тут по 3 года перезаряжаешь его? Вылези. Прячься, прячься, прячься. Но. Да. Ох уж этот прицел. О-о-о-о! Тихо. Да кто такой меткий, мать вашу? Вы заколебали, честное слово. И ни одной гранаты, да, у меня нету? Они есть, смотри. Да и беги ты, Линкольн, дурень! Сука, и шприцы закончились. Да... умри. Да он еще живой, ты погляди на него. Как всегда, патроны мне не везет. Сейчас меня еще прикончат. Да! Сука! Каждый раз, когда я вылезаю, патрон нет. Что за бред? Ууу, они с другой стороны побежали. Красавчики какие, а? А мы сюда спрячемся пока. Где вы, ребята?
О, кто такой меткий? Я меткий. Ну, поднимись. Убил? Да, убил. Вылезешь? Да давай ты еще. Все, готовенький. Да, аптечка бы не помешала. 100% бы. Кто тут стреляет все? Да я шут. Ты стоишь? Не, он сидит. Из-за этого тумана нифига не видно просто. Отдыхай, дядя. Что-то как-то скудновато они. Ух, да я ж должен был уже сгореть. Я ж весь в этом бензине нахрен. Убивай. Да, вот сейчас я почему-то подгорел немного. Прячься. Вот это было еще неплохо. Лежать, я сказал. Оба, тихо. Не успел. Откуда вылезешь? Сбоку, сверху? Да твою же ж ты. Что ж ты будешь делать, серьезно? Время умирать. Живы? Да, живы оба. Минус один. Сейчас главное дело не торопиться. Не торопиться, я сказал. Готов. Ну, прицел. Кто там еще остался? А смотри, там аптечки еще есть. Ага. Кушай, кушай. Где аптечка? Вот она. Так что не все так плохо. Да открой ты ее нафиг, Линкольн. О. Хоть что-то уже. О, нихера себе их тут. Беги нахер, Линкольн. Последний? Судя по карте, да. Фу, выжили. Давай, гони. Ну. Вот и все. Пока, копы. Но мы скрылись. Взорваны? А, нет, именно блины те самые, да? I understand you supplied the heroin Georgia was selling. Sí, certo. I never wanted that in my city. Shit like that fucks with people's heads. Сами же печать он забрал. Stupid. It brings down too much heat. Bourbon? No, I do not drink. Мог бы из того бокала выпить.
Georgie, tell you why I wanted to meet. У него он вроде был пустой. You said the nigger is causing you problem. That you wish to discuss a deal between the two of us? I want to hear you say it. Say what? Мне нужны твои деньги. That you want my money. Say those words, please. Фетишист. Просто хочет почувствовать власть над Марканом. I want your money. Божественно, да? I will bring you the money, and in exchange you will let me sell heroin in your city. And you will not interfere in any way. Он уже не его, мы почти всю зону sure. себе забрали. Whatever you want. But that's not the only thing that you... You also wish for me to kill the nigger? I will do that for you as well. I enjoy killing the niggers. Ну, посмотрим, выйдет у него или нет. Jesus Christ. That's where Sammy's used to be. No one wanted to live there, so they paved it over. Такую машину черную я еще ни разу не видел. А, это типа современный наш город, наше время. Now and then something knocks the hell out of this country. Он же старый. Rattles it so hard, isn't much left but the foundation. And as painful as it is, we hope that this time things are going to be different, and that when it's time to rebuild, we won't just repeat what we've done in the past. Было бы шикарно, конечно. Justice and peace will finally prevail. Justice and peace are hard, ain't it? Sometimes too hard. So we take the easy way. Мне просто интересно, сколько еще заданий у нас останется. Так. Задание выполнено. Не хуже напалма. Ачивка наша. I am willing to look past our recent trouble, but you need to give me this goddamn district. It's the only path to salvaging what we've got. Hell, you've already got me boys running the action there. I'm gonna ask you to be patient, Burke, and give everyone a chance to weigh in on this. Mix ain't the kind of folk you want pissed off at you. They'll take that grudge with them to the grave, and you along with it. If y'all made a deal, I expect it's best you honor it. This is where we're at, pal. If for some ungodly known reason you still want that goddamn Mick around, then give him the fucking turf so we'll quit his belly aching. You got one more round in the chamber. Last chance. No turning back from this one. Так. The Mick can cry all he wants. Be smart, brother. You can't give the territory to a drunk degenerate. Да не, надо Берку отдавать, конечно. Do you right by me, or Берку, be Берку. Hell to pay a chalky. This turf's going to the Irish. All right, lad. It means the world what you're doing here. But truth be told, I'm gonna need more than this moving forward. Suppose I'll swallow this pill right along with my pride. But if shit don't start swaying my way, you and me are gonna have words, pal. So are we done here? We'll talk later. Get on out of here. Прогнал. И сам ушел. Не, может быть, конечно, имел то, что все мы пошли отсюда. Ну а мы на этом будем заканчивать. Ссылочка на плейлисты паблик ВКонтакте будет в описании. Подписывайся, не забудь поставить свой сочный лайк. А также рассказывай своим друзьям и не забывай жмякать на колокольчик. Будешь знать о выходе новых серий самым первым. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.